Ящик, да? Ящик. Посеребрение за 20 гривен. Ну да. С кучей клеем, бля. А почем такой? Цикавые такие. Две 500 портсигарчик. Ты шо? У кого такие были, блин? А почем Гагарин? А за 300? 350 дают 10 человек уже. Ты шо, какая цепочка для часов золотая? Как Apple Петровка рулит. Нифига себе. Не выкидывает. Ай, блин, не воно. У меня вот такие были брикеты. 1000 гривен. Привет, друзья! Отправляюсь на барахолочку ни свет, ни заря. 4 часа 50 минут. Я отправляюсь на барахолку для того, чтобы найти сокровища. А вы наливайте пока горячую чаёху, потому что, блин, на улице так холодно. Вы не представляете, как холодно. Я буду знать, что вы пьете горячий чай, и мне будет теплее. Ну что, погнали? Еще темно. Люди только поприезжали. Здорово, пацаны. Привет. Здорово. За значки. Здорово. А почем значки, здрасте? А мне это еще привезли. Прошу вас, 700 гривен. 700, да? 700. 700? Ты покурил? Я курю. Надо, пока он взял тот, взять этот. Ну, я сейчас сыну назову, вы вдвоем положите. Сразу. А ну. Касай. Серега, да, ложи назад и поливай бензином, блин. Тут еще вообще, короче, сумки просто сложены. Что тут такое есть хорошее? Панасоник рабочий. Рабочий панасоник? Вы меня обижаете, я ничего не рабочего не привожу. Но я к цене, ну, а холодильник? Что холодильник? Рабочий? Разобрали, рабочий. Забрали, я повезла на хозяину. Хозяин показал тебе, как включается. Какому хозяину? А? Какому хозяину? Ну, хозяин, который дал мне этот холодильник продать. А вы говорили в прошлый раз, что это сына вашего холодильника. А он не хозяин у меня? Так вы сказали, что вы похоронили его. Так извините, у меня их два. Один родной, один нет. А, я понял. Меня взял. А что там внизу? Ага, есть? Ух ты, машину заводят, да, а ну пока. А кобыля есть? Да, вот это как есть. Нема, да. Ну, сюда втыкается. Охота с подфар. С подфарником. Пан Зарийский уже что-то на калькуляторе считает. Не светить мне в очи. Коляска детская. Где сокровища? После 12 выезжают. Да что ж такое, а? Одни кальяны. Зачем тебе веса без батарейки за 20 гривен? Вот именно. А за 10? Забирай. Забирай. За 10. За 20 без батарейки не нужно. Мондо Фенди. Мишель Корч. А это что? Саш, приноси там, где нету колеса. Все. Пойдем на это. Смит, напиши, чтобы вас... Движуха была. Спасибо большое. Удачи. Мы если что там дальше будем. Сейчас мы туда проедем тоже. Подойдете туда.
Ребята, я еще не разрешаю. А ложка почем? Ложка 20, это под серебрение. Под серебрение? Да. Двадцать? Да. Посеребрение за 20 гривен. Ну да. С кучей клеем, бля. Серега, так надо посмотреть, куда они переезжают. У них дорого. 10-20. А, это вы сюда переезжаете, да? Ну да, ну перекинь. Так тут же тоже занято. Перебросим. Да, сейчас идите, вас пожалеют. Дальше, дальше. Вот Линда, видите? Значит, занято. Вот сюда куда-то вставайте, сейчас будем смотреть, что у вас там. Пока тут клиенты с деньгами. Вставай, вставай, вставай. А вот тут вставай и все. Давай. Сейчас будем выбирать. Мы не украдем. Все украдено до нас. Пошла жара. Утюг. Нерабочий, за 20. Может там не утюг. Так вот тихонько надо выставить. Нифига себе у него светит палец. А ну дай посмотрим. Куда нажать? Сюда? Место. Вот сюда? А ну луч, луч сделай как. Как ты вот сейчас светил? Коннектации. Ого! Квадратом. Конкурентов надо ослепить. О, это же этого. О, да. Крекер? Чешуй. Ну, да. 50 гривен. Фонарик поярче. Коробочки никто не решил. Логово кушу. Дивы. Разрешите? Да. О, роликсы везу. Роликсы. Не дайте раз. Мы быстро, мы раскладываться не пойдете. Там что-то по тарелке надо. А тарелка почем такая? Такая 20. Что-то большая, маленькая она за 20. Если что заказывать, ну, может это хозяин привезет, то я ему говорю, что просьба. Пожирнее. За 10 пойдет? За 15 давайте. Да не, она ж маленькая. Ну давайте за 10. Ну за 10 да, хорошо. А, опа, опа, опа. Опа, то игрушки. А, это не. Эргональный триск. Что за часы? Юра, что может быть батарея не запускается? Фигня. Тарелку выгреб за 10. Ящик, да? Ёлочные игрушки. Облачные. Тарелки, скороводки, компактки. Я думал, остава. А вот это сколько стоит штучка? 200 гривен. За 252. Что, нормально? За 150. Опа, еще новый ящик. А, самопальчик. А, ну лампа, да. Там, бля, на перепродажу то, что надо. Ну да. А что-то в коробке. Пусто. Не, поиски. Не, бабочки, да. Мотыльки, мотыльки.
О, может тут что-то есть, а? Доброе утро. Доброе утро. Чемодан с грошима. Ботинки. Почем сапоги? Какие? А, оси. Вот эти 800. Ух ты ж. Андрей, а что за спуск? Вот это. Где? Вот это. Как по рыбам. А, так это ж камера. Камера? Да. Тут написано... Да не, он здесь не проходит, тебя зацепит. А, вот это? Да. Автомобиль. Это запускать автомобиль. А это и сколько? А? А что это? Ножик? Да. Хорошо, хочу. Это Макса? Да. Ну ладно, я потом его испытаю. Я мог позвонить узнать. Да хай гуляет потом. А ключ это 250. А фортсигар почем? Это 1600. Ну что, серьезный? Это каталог. Откуда взял? Там. А эти по 50 были. Цветает, блин. Надо ехать в клуб. Может там что купим, а потом опять назад на барахолку. Это красивый фонарик. Нифига себе, здесь сделали оградку какую. Просто какой-то фонарик по скидке, чем резинку. Так, друзья, что, на по барахолке мы походили. Надеюсь, чаек у вас не остыл. Потому что мы едем в клуб. Налево бережку. А потом вернемся еще на барахолку. Ну что там, лопаете, друзья? Мы тоже сейчас перекусим. Запьем горячей кавой и будем двигаться дальше. Левобережка. А здесь сегодня будет, блин, ну судя, машина, да? Судя по количеству машин, наверное, вот там, мне кажется. Ну тут пусто. Короче, походу не тут, не там, а там. Это был... О, там уже заехал один. Підійдь вперед. Покажи на камеру. А один он уже переехал через эту штуку. Лопнул нахуй. Лопнул? Да. Это... Ну, в Німеччині лежит. А почем такой? 500 баксов. Это тот, что сотую считает. Цікавый такий. Сюжет такий гарний. А почем такой наборчик? 900. Новый, все на одном году. Обычно винегрет. А тут все на одном году, состояние очень покажи. А сколько ты мне говорил набор? 300. Уже дороже. 2500 портсигарчик. Огонь. А если туда поставить, то все. Хороший, хороший. Захоти И секундомер не рабочий здесь сотку.
100 долларов. 250 не пошло, да? Нет. За 300? А ну, 350. Шикарно. Дякую. Вам дякую, гарного дня. Огонь. Шо? Опа, Віталька. Все, можно к Витальке поставить, продавать, бля. Сейчас подойдет. С музыкой. Ты шо? Что тут у Витальки, блин? Что тут у Витальки? Что тут у Витальки? Я тебя давно не бачил. Я думал, сколько это след, я тебя хочу отдохнуть, блин. Что там у тебя? Ну давай поможем тебе разложиться. Отдохну с рекой, оно не мешает. Да давай поможем тебе разложиться сейчас. Я же тебе не мешаю жить. Да, да, да. Ладно. Подстаканник положи. Бо я больше наберу. Ты будешь брать? Что тут он продает, блин? Сколько всего, да, друзья? Пишите в комментариях, что у вас есть дома такого интересного, что вы видите в видео. Ну, хочу 400 бакинских, а это 200. Часы. Ну, предлагай, короче. Ух ты. Генеральша с семьей. Вот они, вот они, вот они, смотри, блин. Ты шо? У кого такие были, блин? А почем такие билеты? Синие по 20, зеленые по 25. Синие по 20, зеленые по 25. А зеленые на сколько? Тут 220. Он Зарицкий. А вот он, дядя Юра, вам вы говорите, дядю Юру не видно. Здравствуйте, дядя Юра. А то говорят, тебя давно не видно. А вот он я. Нарисовал. Интересно, где. Ну где? Места надо знать. Искать, дядя Юра, искать. Это лучше, чем за 500 долларов килограмм. Да, вот это искусство, смотри. Делали стереофотоаппарат. Огонь. А сколько стоит такой? Пушка. Что тут продает, блин? А где пластинки льва? 800 тысяч рублей. Уже продал. Где пластинки? Там в машине лежат. Я думал, ты их продаешь. Сколько их там, богато у нас? Лев, привет тебе. Пластинок не вижу. Пока. Оп. А что тут у него есть, блин? У него есть что-то хорошее? Или, блин, так вот он? Одна бижутерия современная. Это почем? Как-то не продается. Антикварам не продается. Как-то не продается. Только 500, 500 гривен могу только предложить. Приезжим. Хочешь? 500 гривен. Не? А почем Гагарин? Гагарин 7. На алюминии. Красивый Гагарин. Просто пиля. Просьба товар руками не трогать. Отдали мне такой секундомер за 1000 гривен, который я показывал с утра за 100 долларов. 1000 гривен. Спасибо. А вот это почем? Это 50 гривен. Что, говоришь? Вот это еще в чехле, да. 300 гривен. Покажи мне. Какие? Грешные, дорогие. 80 тысяч такая камера, блин. Прямо вот, дешевле. Вот у Виталика тут часы. Дешевле. А за 300? 350 дают 10 человек уже. 10 человек. Вот. Да пусть дают, ты нам отдай за 300 по-братски, отдашь? Кто увидит вот этого давай. Человека. По-братски давай, за 300. Бейте его. Блин. Давай. Все, сейчас дам. Бейте его. За 300 гривен по-братски. Виталик, а такие почем? 400 гривен. Сколько? 400 гривен. Вот это вид. А за 300? Нет. Ну за 300. Да иди же так съем. Ну по-братски.
Ну по-братски. Ну по-братски за 300. Ну сделай по-братски. Я тебе хорошо сделаю. Еще один пришел, Юрий. Носорог тебе брат. Не хочет по-братски продать часы за 300. Сейчас продаст. Уйдите отсюда. Маньяки. Что маньяки? Все, не брат ты мне. А сколько стоит? Сколько? Ты что, а ты же что-то дернул? Бесплатно или что? Да. Ты же что-то зашло 50 грамм. Сколько стоит? 100 гривен. У кого-то есть такие друзья? Предложите мне такие. Хочу собрать целую коллекцию разных. Ну, у Андрюхины родичи. Фотоаппараты. Все, что хотите, друзья. Все, друзья, посетили клуб. Теперь едем опять на Петровочку. Может, там как раз что-то. То, что надо. Ехали нормально на Дарницу, да? Ты шо, какая цепочка для часов золотая. Какая проба? 585 держит, проверили сейчас в ломбарде, блин. За 70 гривен всего, да? Огонь. Вот это, блин, находочка. Для часов. Вот так максимально, максимально близко. Вот это сегодня улов на Дарнице, да? Красота. И всего за 70 гривен. Нельзя было что-то тут придумать, чтобы люди все не делали вот так, как мы сейчас делаем. Сдаем задом, блин. И после этого будем поворачивать направо. И, короче, я туды, а там тут. Короче, поголовно, блин, такая хрень. Я смотрю. Ну, народу нормально, да? Может, ты сразу будешь в окно выглядывать, как грибы? Я так и... Кажется, там золото. Да хрен там, ну, блин. Ладно, на 400 их пить. Где-то теряем, где-то находим. Так? Да. Я не жалею. Овчинников, 84-е. Да. Кто следующий, приходите. Будьте аккуратны, друзья, с такими стопками, блин. Уйдет, как вышла, так уйдет. А сколько стоит? Что это такое, блин? 300. Ну, 250 олимпийских или спортивных. А почем орел? 300. Не пойму, наверное, все дорожает на Петровке. Орел 300. Ого. Ну, не помню, что было столько людей на Петровке. Так, это же рекорд. Да? Ну да. И поезда, наверное, отменили сегодня, да? В барахолке больше шансов что-то найти, чем в клубе. Хотя в клубе сегодня тоже неплохо скупился, да? Ты что, петушков будешь производить? Продавать. Лучше вино, смотри. В таких бутылках. Пацаны, смотрите, гляньте тут какой на переходе. Apple Петровка рулит. Нифига себе. Вот это магаз. Заходите, гляньте, сколько у него тут всего, блин. Это надо придумал, блин. Apple Петровка. Тут столько людей, блин. Погода хорошая, поэтому много товара. Эй, сегодня все, что хочешь, да? 80. Сколько это стоит?
почем чайка? Чайка почем? 800 гривен даст, да и все. Сто гривен хочу. Да, товара сегодня очень много. Трамвай с утра не продан, блин. Интересно, сколько сейчас стоит? А почем трамвай? Да. 200 гривен? Ты шо? 200 уже. Утром был 500. Ну пока пусть еще полежит. А еще полежит, да? Один. 13.23. 30 гривен, само то, да, Серег? Да, налог. Налично. Ну, гаснет, то это. Ага. А здесь выбрать? Коллекции. Сколько стоит? 20 гривен. А что тут? Тут ничего не моргает. Не, так він якось там, ну і кажеш, бачиш, тут же ж походу, я не знаю, це сонячна ця, що ну, панель. Це що у нас? Кнопка? Там вже можна знімати. А, тут можна міняти цю бумажку, да, антиквар, ТМ КІС. Да, то это ж видишь какой. Ну то самое. Ну где? Ну тут горит, а там ничего не горит. Ну тут горит, ну, постоянно просто. Ну свет. Если в солнце, то будет играть. Это рабочий на венке. Пробуй. Все. 400 гривен. Ну так это ж... А оця? Серега, еще 100 метров, и мы уже сегодня намотали 10 километров пешком. А где второй? Это там. Накидка зарядка. Это там. Там как контейнер перевернули, да? Через единицу. Хорошо с горы смотреть. Далеко. Далеко стою, далеко гляжу. Все, трамвая нет. Уехал в депо. В депо уехал. Почем звезда? Звезда 1300, да. А, ну можно ее ближе. Как тысяч. Разбей, 5000. Блин, немерено. Взял. Музыкальные центры, блин. 60 с чем-то долларов. Маяк, радиотехника. Серега, у тебя какой был в Советском Союзе? Может, 90. Друзья, пишите, какой был у вас в комментариях. Я же не с Союза. А, ты не с Союза, ты не динозавр, блин. Нет. Сегодня столько людей, что мы даже до дяди Славы не дошли сегодня. Сейчас, может, пойдем, дойдем, может, у него что-то осталось. Для нас. Да, это уже 13.52. Что? Не, эти видите тогда, да? Спрашивал я у вас, что это такое. А вот они, не в комплекте. Сейчас внутривенно. Сегодня беру час. Да. Слава еще на месте. Здравствуйте, дядя Слава. Ух ты, какой у тебя
Негр. Нигер. Не нигер, афроамериканец, Андрей. А, афроамериканец, да? Да. Привет. А че он тогда черный? Загорел на солнце. 150 гривен. А сколько стоит дядя Слава? 1500. Маски у дяди Славы. Но не тяжелые. Тоже афроамериканцы. Дядя Слава, а почем афроамериканцы? Занавеска 200 гривен, две штуки. Новые. Они красивые очень. Пара? Это шторы. Я поняла. По 200, говорит. Только я не понял, пара или каждый? Сидят, разложились, а там поезд едет по этой колее. Давай, перейдем. Наконец-то попал до Юрчика. Даже у него тут варкис. И почему варкис? 700. 700 гривен всего. Ты шо? Здесь кофе варят, а? Ты шо? А почем чайник? 500. Нормально. Нормально. А ты что, не видел, что тут рядом чайник, короче, продается за 500 гривен? Я с ними не дружу. Я даже у них кофе не покупаю. Обидели они меня. Ты что? Вот это чайник. А клейма, интересно, есть? Давно? Нету? Да, Мельхиоровый, наверное. Ладно, мы сейчас назад будем идти. Козырный чайник. Ну, дома почищу, посмотрю. А то я не понимаю. Он... Сейчас надо 500 гривен отдать, а то прямой эфир в ТикТоке. Даже в ТикТоке видели в прямом эфире. Надо поискать клеймушки. Так, пойду бабки отдам. Нормально, мне идет такая шапка. А сколько стоит шапка, Юрий? 200 гривен все? Ты шо? А ну пишите там в комментариях, если мне идет такая шапка, то я куплю себе. Не понимаю просто пока, зеркала нет. Что не пойдешь ради родной барахолки? И мы едем на Нивке. Ты разглядываешь, ты кажешь, не рано. Такие синички. Это итальянец. Профессионал. А сколько стоит такой? А тут и были духи, да? Или нет? Можно его сожить было, давай не помню. Он... Не выкидывает. Блядь, чувак. Ну нахуй, он пошел где искать. А почем эта пара? С киотами она идет. А, с киотами, да? 150. Ну, киоты там нуждаются в реставрации. Ну, вот они, фотографии с киота. А полтинники? Ты тут не то дивишься. Не то отзывы. Ай, блин, не воно. У меня вот такие были брикеты. Вот такие. А вот эти о чем? Вот точно такие были, только бриги. Только другие, да? Да, только, да, только правильные. Вот тебе 1025 долларов, если так 95. Да, тут смотрю, опять лежат. Нет,
взял в руки, а это не они. Это хорошее качество, они 7 по 7 тысяч в интернете. Узнаете кого-то? Я пока из этого всего изобилия выбрал только вот такой жетон. Вчера на Петровке купил за 10, а тут за 20. Идемте, Моху тут встретили. Осталось немножко, был целый пляж, а тут впереди, там, на одной страничке. Нет, тут нет впереди. Вот тут. Так. Короче, я так понимаю, что мы на Нивках сегодня ничего не купили, да? Mm-mm. Только поели блинчиков. Ну, тоже хорошо позавтракали. Если тут ничего не купили, то обязательно купим на Петровке. Поэтому, друзья, подогревайте чай. И полетели. По воскресеньям стоять на своем месте, да? Ты уже их жаришь, да? Да, выжарили. Подвезем до эпицентра. Постанова. И перегородили нам дорогу, Серега. Что делать? Что делать будем? Пантера. Сколько? 200 гривен? Да. 100? Не, я верю, я верю. Что за шкатулка такая? А, сколько стоит? Да, если, ну, за 20-ку можешь брать, если там можешь самозаделать, все. Супер мега выкидуху. Она, правда, не работала, он ее уже починил, смотрите. Оп. Огонь. Этот все Евросоюз разоряет, блин. Да, подержи. Рюкзак в машине. Здравствуйте, дядя Вадя. Что, завтра едем копать? Завтра едем. А ты с нами на Говерлу едешь послезавтра? Да, да. Послезавтра. Послезавтра, да. Завтра скажу точно. Послезавтра на Говерлу. Завтра точно скажу. Вот это дядя Вадя покопал. Мы завтра едем копать в это место, друзья. Так что ждите видео. Скидывал. Если дядя Вадя один столько нашел, сколько мы найдем все вместе? Я уже там все, представляю, там уже ничего не осталось. Братан, то, что мы там найдем, ты потом продашь свой металлоискатель. Зачем его продавать? Пойдем на аллею. В сторону Киева. Жопа. Что-то нарвем. Опа, не надо картина. На ковре. Ильям Уровец. Ох, там и людей, а. Вот он, космос. Здорово. Что у тебя хорошего? А я там знаю. Выбирай. Прибор ночного видения. Машинки, дроны. Все бесплатно практически. Что там? Ничего, тишина. Смотри,
14 котелок, правильно? Ну вы точно хотите цифра. Клад найти, пацаны? Цифра, да? Ну да. А, четыре да. Тебе показывал постоялый дом и дорога с рысочкой. Опа, дядя Слава здесь. Он все-таки сегодня процелует. Здравствуйте. Сколько у вас всего интересного? 30. А что это такое? На фотоаппарат. Нет. Привет. Ты что тут подрабатываешь? Да, подрабатываю. Взять или нет? Да. На 8 на Святошина. На 8 на Святошина. Да, Андрей ко мне заезжает в половине 8. Андрей не будет ловно спать? Он не будет сегодня стримить? Нет. Завтра будет как штык? Да. Завтра едем на поиски золота. На копальни золотые. Славик, это видео при получении. Что за череп? Видишь, дыра какая? Блин, какие за заслуги. Сколько они тут у них стоят, блин. А почем такая молния? Молния 500. Напишите, что за машина. А то я не знаю. Я не знаю, конечно. Кто знает, что за машина? На последние теплые дни. Опа! 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 Здрасте! А вы что тут делаете? Что купил? Ничего не купил? Тимоха, может на лайбы пересядем, а? Нормальная лайба, блин, какая. Потом что-то крутит, крутит. Что-то крутит. Да, точно, лянь, колес нема. Друзья, напишите в комментариях, кто у меня украл колеса, блядь. Верните. Драндулета. Верните опять, колеса. Опять дядю Славу, блин, надурили. Колеса украли. Приди забери машинку, падла. Украл колеса, блядь. Да, кто украл колеса, придите заберите машинку. Орел. Да. Волк. Мужик кажет, мне надо на это. Не, реально. А что это такое вообще? Это шило. От самолета. Самолета это. Бомбы типа там. Да, типа там, ракеты. Это самодельное кто-то делал. Там... Вчера они смотрели друг на друга, а сегодня что-то в разные стороны, да? Всі там коло нього, блядь, тут їсти хочу, пойдемо вниз, брав, не цікаво. А ти що, нічого не взяв? Я нічого. Не, ось собі мишки взяв, блядь. Та не їй куди, Юрик Сівяк. А, смотри, щоб і грузовик не сперли. Заберіть грузовик, хто колеса украв? Опа, дядя Слава. Дядя Слава сьогодні тут, похоже. Здравствуйте. Здрасте, здрасте, здрасте. Опа, Леха с ТикТока, привет. Где ТикТок? Леха, звезда ТикТока. Конец не то пальто. Мужик купил у дяди Славы с утра. Пока ходим тут. Вот такой брелок. Нормально? Шапочку мне продали, да? 200 гривен. О, здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже здесь? Радуются люди. Сейчас будем искать что-то хорошее. Такого кабана, блин, за $100, а? Не сыпется? Хороший кабан, блин. Можешь спросить 1000 за две? Да, конечно. Я думал, 6 с полторы. С полторы? Давай попробуем. А ну, надо посмотреть, поднять его. Там снизу нормально все. Положи его на этот ящик. А вроде нормально.
нормальный кабан. И его что? 350. Да, вот и по стороне АТБ, так идти налево. Нормально поторговался с дедом и выторговал за 270 гривен. Хороший ножик, да? Где это? Блин, практически новье. Чуть-чуть почистить, конечно. А вчера выпадково тебе попался на аукционе такой, был продан за 1200, да? Да, 1200 с чем. Так может это ты подложил ножик? Может это тебя комрад научил делать подставы? Кто кого учит, да? Короче, друзья, пока тут люди раскладываются, сегодня что-то, блин, чуть-чуть прохладненько, и они задерживаются. Мы, наверное, съездим на Нивки. За скики? Взял у деда за 50 без тора. А ну, дай гляну. Что ты там взял у деда за 50 без торга, блин? Нормально. Блин, огонь, но кнопочка не родная. Горит до света. Кнопочка ZigProm. Кнопочка, да. Ну, горит без света, точно. Это же вот эта машина вставили на море, да? Даже ничего себе. И номер. Да? Точно, блин, наверное, никто не знает, что это такое, друзья. Если знаете, напишите в комментах. А почем они? 25 гривен. А что для них карандаши есть? Стекла. Мазать, чтоб не запотевало. На противогазы пленки клеются, чтобы глаза не обжигало при ядерном взрыве. Альбом под монетки. 60 гривен. 60 монетки, гривен. Монетки такие небольшие ячейки. Так, мы опять на Петровочку приехали. Сейчас посмотрим, что здесь не добрали сегодня. У Юры тут уже квадрики продаются. Юра, почем квадрик? 20 тысяч. С телефоном? 10500 с телефоном. Возле золота лежало. А можно глянуть? Да, сдалека такое красивое. Монетка за это. Який. Весь в изоленте, да? А сколько стоит? Вон хозяин. 100 гривен. Вот это весь в изоленте 100 гривен? А без изоленты? А без изоленты? Можно и 200, и 300. Мало, мало. Знаешь, как расшифровать? Прикольный. А почем такой ящик? Там цена 2000. 2000 гривен. А, на eBay такой, блин, $200 минимум. Пора на велосипеды переходить. Глянь, какой лайба. Ну, весной. Уже поздновато. Весной переходим на лайбы, да?
Зимой надо будет в ломбарде недорого купить. Ага. Есть, ну, да, логично. Таких вещей. У кого что было, друзья? Тут такой набор, что было у многих. Ну, мне надо было на морской порт. Поехал я на слет, я еще туда не ездил никогда. С утра зашел. Что за часики? Чайка? Говорит, 405. А почем такая чайка? А потом ударится? Вот там вот, да. 20 гривен на чайку. Ну, хотел 50, но 20. Я думал, возьму. Сейчас я погоню. Чайку забрал. А что вот это за чайка? Оникс, так, зеленый оникс или такой? Да не, какой-то, блин, мыльный. Какой-то он такой, не знаю. Были деньги, как сейчас никому не надо. Запчастинки. Вот это все, блин, 200 гривен. Все, да. Вот это откуда? Это какой-то воздушный. Прикладная, да. Ну, це ще комусь може під прицел. Ці укол скука, да? Німець. А это хто? Это чий котелок? З флягами. Эти тоже з флягами, да? Да. Тут наші бензинки. Блин, с флягой тоже хороший. Блять, горлышко тут. Не то, что, да, наше, блять. 77-й рік. О, наборчик. Ложка, вилка, нож, 400 гривен. А ты мне за сколько напаривал? За 450? А, конечно. За 300 вообще-то. Фигурка такая почем? Фигурка, все, все, доверяешь. Если что, я Свете даю, да. Нет, доверяй. 1500, да? Это ваше. Люди там, люди.